Сегодня у гомельских школах тишина, и не только тому, что все учени на занятках. У членов пионерской организации в этот день вельми отказано задание. И они рыхтуют сувениры для международного фестивалю молоди и студентов. Сувениры, которые белорусская молодь представит на форуме, это зубраняты. У первой школе до их вырубу притягнули пионерский актив. Работа не складанная, але она потребует уваги и уседливости. Каждый выполняет свою операцию. И это, кажут, принцип пионерской организации, работа у команде. У всего у Гомеля вырубить 100 таких сувениров, у целом по краине 500. Подчас выставы, якую организует белорусская делегация, их можно будет не только убачить, але и трымать на память. В рамках этой выставки предложат также участникам что-то сделать своими руками, а в частности взять этого зубренка, пришить ему красненькую попону с символикой пионерской организации и забрать этот сувенир себе на память, как и о форуме, как и о стране Республики Беларусь. У составе белорусской делегации, якая на наступном тыдне накируется на сусветный фестиваль молоди и студентов у Сочи, представники разных громадских организаций, БРСМ, Республиканская скаутская ассоциация, Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, пионерскую организацию представить вожатые, у темнику гомельчанка Галина Друзь. У международных форумах она принимает удел не у первый раз, а тому у Сочи планует не только познакомиться с новыми сябрами, а и встретиться со старыми. И с этими людьми мы поддерживаем отношения до сих пор, они нас поздравляют с праздниками, помогают с какими-то идеями, мы им помогаем. То есть сказать, что эти отношения обрываются, нет, это не раз съездил и все. Это приобретение колоссального опыта и, конечно же, это приобретение тех знакомств, которые потом, к счастью, остаются. Сусветный фестиваль молоди и студентов еще не открылся, а для его будущих удельников он уже головная подея года. На початку наступного тыдня жаночая частка делегации отримает специально пошитые для уделу у форуме костюмы. Мужчины свое одение поспели уже примерить. Для всех белорусских удельников их вырубили на гомельском коминтерне. Хоть костюмы с национальной символикой не одинные, чем белорусы будут издивлять. У планах презентация студ от радужского и волонтерского рухов. Распрацовок молодых белорусских новаторов, сделанных у рамках проекта «100 идей для Беларуси», а так само белорусских традиций и достижений Украины у разных сферах. Также, как представитель гомельского отделения белорусской железнодороги, я бы хотел там встретить представителей УАО «Российские железнодороги» и поделиться с ними своим передовым опытом, поинтересоваться у них, как у них налажена работа, и что-то по приезду внедрить у себя здесь. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».